Ребята, всем большой-большой привет. Огромный всем. Спасибо всем огромное. Подписывайтесь. Смотрим дальше, что у нас. Если интересно, смотрите, что у нас получилось с лаваша. Вчера мы делали с лавашом всякие там вкусности завтрашние. Остался лаваш. Но с него можно вот это сделать. Смотрите, какая красота. Видите, с лаваша, не напрягаясь. Видите, какие дырочки, без всяких добавок, без ничего. Кому интересно, смотрим дальше. Ребята, для такого сырного пирожка с лаваша нам понадобится. Лавашик мы порезали на такие кусочки. 4 яйца, 150 грамм. Молока, все это взбили, посолили, поперчили, приправили, кому как нравится. Добавляем сюда 100 грамм творога и 100 грамм сыра. Все это перемешиваем. Пускай постоит чуть-чуть. Теперь берем сковородку, бросаем туда чуть-чуть масла, грамм 30, сливочного и подсолнечного. И сейчас вот это все обжарим на сковороде. Здесь этот лавашик. Ребята, вот мы поджарили лавашик. Переключаем на медленный огонь. Вот уже готов. Снижаем огончик. И сюда выливаем всю нашу заготовленную яичную смесь. Теперь все это перемешиваем. Все перемешиваем. Хорошо, уже запах пошел. Все выравниваем. Как раз. Посыпаем все зеленью. Хорошо посыпаем. Смотрите. Обильно, какая есть. И накрываем крышкой. На самом медленном огне все должно запечься. И вот наш пирожок с лавашом сырный готов. Посмотрите, как быстро, как вкусно, как ароматно. 5-минутка. Не напрягаясь. Без духовки, без замешивания теста. Это когда спешишь и нету времени. Все это можно приготовить за считанные минуты. Смотрите, какая красота, быстрота и вкуснота. Всем приятного аппетита. Готовьте.